алейкум ассалам. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы приехали и где мы находимся сейчас? Я Жумалов Асылбек Жумабекович, сам с России, родом с Омска. Мы сейчас находимся на пещере Кумруле. Ну, у нас в России это... многие знают это место, знают то, что святое место. Многим помогают, многие едут в надежде за помощью. Даже есть люди, которые, например, с европейской части России выходят на, ну, находят связь с Омском, приезжают, потом группами выдвигаются. Именно сюда приезжают, да? Да, сюда приезжают. Не только сюда, есть и в Восточный Казахстан, и в Южный Казахстан. Да. А вообще в Казахстан часто приезжаете и в какие места приезжаете? Нет, приезжаю не часто, но по мере возможности. У нас там рядом есть Кокчетавская. Ну, рядом с Кокчетавом есть Харасай. Карасай это. Ага, ясно. Агантай это, да. Агантай это. Ясно. А вообще в России как вот относится к Атажолу и как, на каком развитии оно? В этом плане можешь сказать пару слов? Относится к Атажолу очень хорошо. Ну, русская... по крайней мере, многие слышали, ну, не многие ездят, но многие слышали. Ну, люди в основном, у которых есть, у кого есть проблемы по здоровью, семейные, как бы обращаются. Вот вы с Орды приехали, да, правильно? У вас Орда своя есть, да? Вот... Нет, своей Орды нету, я просто... Уходите в Орду? Да, хожу. Вообще таких Орд много в России, в Омске? В России, ну, достаточно. Да. И как к ним относятся правоохранительные органы? Если посмотреть, то я как понимаю, по закону и в Казахстане, и в России это Атажол закрыт. Ну, если честно, да, у нас... И в Казахстане у вас тоже? Да, я даже слышал, ну не слышал, а даже знаю то, что вот у меня не так далеко, где я живу, в Омске, одну Орду закрыли, прям федеральная служба, приехали, они прям закрыли. Даже тех людей, вот, Аку Сункаров, пару точно, наверное, даже, кажется, посадили. Ага. Это, по-моему, у Оренбургской области было, да, такое случай? Нет, вот в Омской области, в самом городе Омске такое было. Ну, просто было, то ситуация такая, что многие Аку Сункары, пользуясь случаем, как бы превратили этот путь в бизнес, да, вот, в источник обогащения. Было такое? После этого вот правоохранительные органы, там человек умер еще, да, там они лечили, что-то такое было. После этого они правоохранительные органы как бы отрицательно к этому относились. И было такое вообще? Ну, правоохранительные органы, да, как бы отрицательно к этому относятся. Я не помню, как они называют, экстремистское, что-то... Секта, да, якобы? Да, якобы вот. К эту сторону. Ага. Ну, у нас тоже Казахстан сейчас развивается, Атажол, Тухвилем Байтас, вот, он как бы на новую волну вывел Атажол, чтобы вы были в курсе. Угу. Пожелания свои можете сказать, и как бы вообще помогает она вам, Атажол, чем помог вам, и как вы к этому пришли, можете ответить? Ну, конечно, помогает. Вот когда бывает же, набирается, вот, ну, такое, знаете, же, тяжелое состояние становится. Я просто сажусь, еду на святые места по мере возможности. Особенно вот в пещере Кумруле Ата, тут очень хорошо. Ну вот прям чувствуется, что энергия прям такая, энергетика мощная. Ясно, спасибо, счастливого пути. Ага. Приезжайте. Спасибо. Рахмет.